Сегодня день медицинского работника. Уважаемых работников и ветеранов здравоохранения Карачаево-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Каждый из вас – настоящий герой, сражающийся за жизнь и здоровье человека. Даже в самых сложных условиях вы продолжаете добросовестно выполнять свою работу, становясь надежной опорой для каждого, кто нуждается в поддержке. В Карачаево-Черкесии создана крепкая база для реализации новых программ и проектов в этом направлении. Мы уверены, вы и впредь будете также эффективно выполнять свою миссию. Благодарим вас за ваш бесценный труд.